группа в составе 9 участников. Жигачин, Деев, Лыник, Резетинов, телеоператор, все из Башкирии. И пятеро представителей Кабардино Балкарии, Мишаев, Татчаев, Акаев, Гумаев, Черненько совершили восхождение 7 июля 2018 года в 12 часов 30 минут на безымянную вершину высотой 3550 метров. Свершилось! Ура! Ура! 7 июля 2018 года. 12 часов 30 минут по Москве. Отрог главного Кавказского хребта. С этого момента одна из его вершин перестала быть безымянной. Мы присвоили ей имя народного поэта Башкортостана, героя социалистического труда, фронтовика Мустая Карима. Идею эту выдвинули Жиганшин и Муталиф, председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии. Реализовали ее группа, в которую входил Рустам Сиразетдинов, Александр Лыник и Валерий Деев, ну и Жиганшин, естественно. Ну, почему это возникла идея, понимаешь, на мой взгляд, такие люди, как вот Мустай Карим, они рождаются редко, я думаю, даже не чаще, раз, чем раз в столетие. Он ведь был фактически во второй половине 20 века духовным лидером нашей республики. И вообще, я думаю, мало кто сделал в этот период для узнаваемости и авторитета нашей республики, сколько сделал Мустай Агай. Он при жизни мечтал стать горой, и его мечта сбылась. И в шутку, и всерьез я ему подарил скалу Чегемскому ущелью, чегемских знаменитых водопадов. Между прочим, там до сих пор называют, теперь это, хотя прошло лет 10, Мустаевская скала или скала Мустая. Так что у Мустая на нашей земле есть и своя скала, и свое дерево, и свои друзья. И он очень правильно сказал в стихотворении о Чегемском ущелье. Огонь растет, пока горит, река жива, пока струится. Ум, песня, дружба вырастут стократ, коль ими поделиться. Салам алейкум, мери Мустаем. Здравствуй, мой Мустай. Целый год шла подготовительная работа для этого знакового восхождения на будущий пик Мустая Карима. Наши кабардино-балкарские друзья сделали для этого все возможное и невозможное. И самое главное, нашли безымянную вершину не где-то, а рядом с пиком Кайсына Кулиева. Два друга при жизни и после нее стоят теперь бок о бок. Это была редчайшая дружба, такая братская дружба. И пример для нас. Руководство нашей республики обратилось письмом к главе республики Кабардино-Балкарии. И в результате многочисленных там согласований, ну, такой порядок, просто так же названия официально не даются. В результате всех согласований было принято в Кабардино-Балкарии решение дать вершине, находящиеся не просто где-то вот на Кавказе, а рядом, буквально в 100 метрах от пика Кайсына Кулиева, имя Мустая Карима. И вот эти два друга, какое-то время разлученные, теперь оказались вот с этого дня опять вместе. И вместе уже, можно сказать, на весь период истории нашего человечества. В 2019 году, в октябре, вся общественность страны отмечала 100-летний юбилей народного поэта Башкортостана. Сегодня, 20 октября 2019 года, группа альпинистов Башкортостана и Кабардино-Балкарии совершили восхождение на пик Мустая Карима. Это уже третье совместное восхождение, и оно посвящено 100-летнему юбилею народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. И именно в день юбилея экспедиция Башкирского регионального отделения Русского географического общества вновь поднялась на вершину пика Мустая Карима.
На ладонях его облака отдыхают, и орел с его плеч оттолкнувшись парит. Здесь его седину Млечный Путь освещает, здесь огромное сердце поэта стучит. С тех пор пик Мустая Карима притягивает к себе романтиков. Вот уже с 18 года ежегодно проводится такое восхождение, и хочется отметить, поблагодарить дочь Мустая Карима Альфии Мустаевну за поддержку в оказании вот этих восхождений ежегодных. Это хорошее дело. Не забывайте, постоянно совершайте восхождения, привозите всего новых и новых участников. На его вершину люди поднимаются не для того, чтобы покорить ее, для того, чтобы поклониться поэту, отдать дань уважения. На всю страну прославился путешественник из Уфы Александр Иванов. На своем велосипеде простой слесарь мотостроительного объединения доехал до базы Башиль и поднялся на пик. Доехал на велосипеде до низу, зашел пешком сюда, все отлично, самочувствие хорошее. Буквально вслед за ним на Кавказ отправилась и наша группа, чтобы подняться на пике Мустая Карима и Кайсына Кулиева. Символично, что восхождение будет проходить накануне его дня рождения. Это будет уникальным подарком к дню рождения и приветом его кавказским друзьям, соратникам по Перу. И передайте большой салям от Седого Урала кавказским снежным вершинам. Счастливого вам пути, счастливого возвращения. Условия пока позволяет нам осуществить проект по плану номер один, то есть совершить восхождение 19 числа. Поздний вечер. Наша команда на турбазе Башиль. Руководитель экспедиции Александр Лынник и наш бессменный проводник, вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Борис Гумаев проводят брифинг. Вторая половина дня может быть связана с дождем, с изменением погоды. Нам надо как бы больше времени запас. Да, нам нужен больше времени запас, чтобы мы там... Во-первых, мы там должны еще поработать. Угу. Поднявшись туда, нам надо промаркировать дорогу наверх. Сейчас, я думаю, может быть поутру и туман. И в тумане это будет довольно сложно делать. Есть еще один нюанс, на котором тоже не надо списывать счеты. Если кому-то вдруг там замарено и прочее в тех местах станет совсем плохо, то один человек из проводников должен спуститься, допустим, я, а остальные продолжить. То есть, чтобы не осталась группа без проводников, чтобы человек не остался один на один. Нет, нет, мы будем всю группу вести одним. Я говорю, крайний случай. Я говорю, крайний случай, я думаю, мы определим уже на подъеме. Все утро следующего дня до обеда готовимся к двухчасовому переходу в штурмовой лагерь в горах. Подъем будет непростым. Но так как мы руководствуемся девизом «Человек человеку друг, товарищ и брат», то в походе самое важное – правильно распределить груз. И в походе важен каждый грамм. И если у моего соседа на 1 грамм больше, я уже буду идти и внутренне страдать. Поэтому делаем все точно, как в аптеке говорят. И сегодня 8 рюкзаков весят с погрешностью плюс-минус полкило одинаково. Цель достигнута. Ну, общий вес нашего груза на команду какой? Общий вес около... Будем руководствоваться арифметикой. Умножаем 15 килограмм, а лучше 10 килограмм на 8 человек. 80 килограмм. В 100 килограммах несем груза наверх. Пытаюсь выйти на связь. Этот телефон с бесполезной игрушкой. Только старый, но надежный спутниковый телефон. Строго на юг, и мы на связи. Второй день нашего пребывания в Кабардино-Балкарии. Мы находимся в базовом лагере Башиль. Высота 1500 метров над уровнем моря. Завтра пойдем на пик Мустая Карима. Но уже сегодня горная болезнь дает о себе знать. Например, у меня головокружение, легкая слабость в ногах. Ни капли спиртного вроде не пил, но такое ощущение, что вчера долго-долго сидел за столом. Вот такая вот она, горняшка. Для лучшей адаптации к высоте совершаем небольшую прогулку вдоль берега реки Башиль.
Несмотря на скромный вид, Башиль может превратиться в настоящую стихию. Так было 2 года назад. Из-за дождей и таяния ледников Башиль вышла из берегов, сокрушая все на своем пути. Если вы посмотрите влево, допустим, и даже вот напротив меня, если камера развернется, увидит, что натворила река Башиль здесь 2 года тому назад. Вот этот мост, который вы видите, его не было, его унесло. Его в дугу выгнуло по направлению течения. И здесь его спасали все, кто только могут. Попутно были вырваны этим мостом часть сосен, которые дальше по течению вон там прибиты к берегу. И потоком воды вырвало крупные сосны. Вот здесь мы видим только небольшую часть вот того, что сделала река. А основные стволы лежат дальше по ходу движения реки. Хочу сказать, что вот эта маленькая речка Башиль во время сильных дождей, которые проходят в горах, превращается в такую реку, которой подойти страшно даже на расстоянии 20-30 метров. Здесь происходит оползень берегов, камни ворочаются, выкорчевываются деревья. Вот эта белая река с мощными волнами, бурунами летит, сметая на своем пути буквально все. Отдохнули, подогнали под себя рюкзаки и снаряжение. Начинаем подъем к штурмовому лагерю. Нашему взору открывается чудесный вид на высокогорное плато и ущелье. Здесь мы поставим наш штурмовой лагерь. Сентября. Раннее утро. Через полчаса начнется наше восхождение на пике. Сейчас 5 мы должны выйти, но пока еще темно. Вот, ждем, сейчас чуть-чуть посветлеет небо и выйдем. Ну, минут 10-15. Самое сложное во время восхождения на пик Мустая-Карима – проход через морену. Нет, не случайно у древних славян имя Морены носила богиня зимы и смерти. Каждый камень на нашем пути таит опасность. Сейчас мы делаем тур. Дело в том, что ночью, когда будем сходить, нам нужно видеть поворотный пункт на это ущелье, которое ведет нас вдоль этого склона к нашему лагерю. Если мы его проскочим, мы можем выйти на вот этот камнелом. И здесь ночью крайне проблематично будет нам идти. Камням под ногами вдобавок еще и неприятные ощущения, связанные с горной болезнью. Ну, шум небольшой есть с левой стороны. А где внизу началось? С утра началось, ночью дождь когда шел. Мы идем вот прямо в пик акклиматизации. Мы идем, и у нас наступает акклиматизация. То есть мы не можем идти раньше ее. Вот такой момент. Поэтому стараемся идти медленно, чтобы людей не загнать. Очень тяжело. У меня вот, например, ноги забились молочкой. На каждый шаг приходится делать с трудом.
Тем не менее, преодолевая все эти трудности, мы идем на подъем. Пик Мустая все ближе и ближе. К тому же, в нашей команде есть профи, которые всегда помогут в трудную минуту. Амплитуда у нас, в принципе, серьезная. Для даже категорированного похода это серьезно, что сразу с 2400 пойти на пик, да еще и вернуться обратно. То есть радиальный выход у нас хороший получается. Ну, я думаю, общие, так сказать, силы группы у нас достаточно, чтобы пройти туда и обратно. Так что все будет хорошо. Но главный стержень восхождения – это все же наше уважительное отношение к человеку, имя которого мы дали этому пику. Гора поэта. Пик имени поэта. Гора таланта и души вершины. И нет нужды в Чегем нам ехать, чтобы всю мощь прочувствовать и силу. Видна вершина отовсюду это. Видна с Москвы, видна с родной Уфы, с любого уголка большой планеты, из самой глубины моей души. Уважаемые участники восхождения, мы прибыли пункту, с которого начинается восхождение на пик Кайсына Кулиева и на пик Мустая Карима. Вот от этого места вы видите, какая ситуация. Здесь крупная осыпь, и по крупной осыпи нам придется двигаться. Двигаться надо осторожно. След в след, куда я наступаю, вы тоже должны туда наступать. Именно на этот камень. Раз я встал, и он подо мной не провалился, значит нормально. Мы выдвигаемся по кулуару. Видите, вот там небольшой турик есть, вот торчит. Вот прямо на него выходим, за ним идет Марена. И по краю Марены начинаем подъем, вот траверсируя склон, и траверсом будем подниматься наверх. Просьба не растягиваться, не отставать, двигаться шаг полтора метра. Свершилось. Мы на пике Мустая Карима. Звонок с вершины пика со спутникового телефона директору фонда Мустая Карима, его дочери Альфие Мустаевне. Нет, мы знаете сейчас где? Нас 9 человек. Мы вот ровно сейчас зашли на пике имени Мустая Карима. Высота 3550 метров. Передаем вам от всех нас большой привет, Альфия Мустаевна. Погода отличная, великолепная. А ну, учитывая, что на любую вершину подниматься трудно, особенно на такую вершину, с которой зовут Мустай Карим, мы готовились, поэтому мы с легкостью забрались. С большим желанием. 4 строчки посвящены месту, где сейчас покоится сердце поэта. На ладонях твоих облака отдыхают. И орел с твоих плеч оттолкнувшись летит. Над твоей сединой млечный путь пролетает. Здесь огромное сердце поэта стучит. И впервые в истории пика на его вершине звучит песня на башкирском языке. Народная песня. Любимая песня Мустая Карима. Шлаймер.
оставляем традиционную записку в капсуле на вершине пика Мустая-Карима. Вторую, такую же, оставляем и на пике Кайсына-Кулиева. Ура! 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 Именем народного поэта Башкортостана, героя социалистического труда Мустая-Карима, названы улицы, театры, самолет и корабль. Но самым нетленным носителем его имени является именно пик Мустая-Карима, его мечта. Добраться до нее нелегко, но тот, кто это сделал, на всю жизнь обретет благословение мудреца и великого человека, ставшего горой.